Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Гуннар Бенгтсон, Альме, египетская танцовщица. 1883 год, дерево масла, 45 на 37. Гуннар Бенгтсон – известный финский художник, творчество которого отмечено многими наградами. Тематический диапазон его работ очень широк. Мастер создал исторические и жанровые полотна, а также множество портретов современников. Бенгтсон учился в Париже, там он отточил живописную манеру. Представленное произведение написано на популярную во второй половине XIX века, в первых десятилетиях XX, тему экзотических восточных танцев. Европейцы очень интересовались мистической, почти незнакомыми до 19 столетия культуры Востока. Арабские танцовщицы, египетские иероглифы, японские театральные маски, турецкие фрески, курительные трубки – вот лишь небольшой перечень образов, которые кочевали из картины в картину в живописи, рассчитанные на украшение интерьеров аристократии. На данной картине присутствует множество экзотических и одновременно эклектично подобранных предметов. Подковообразная арка, богатые ковры, яркие витражи, подушки, диваны. Ну и, конечно же, сама танцовщица, которая показывает мастерство танца перед двумя мужчинами. Ну вот такое описание к работе «Альме, египетская танцовщица» Гуннарда Бенгтсона я нашел в интернете. 1883 год, дерево масла, 45 на 37. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.